Кушайте. Кушайте, 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 кушайте. 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 Кушайте, кушайте, кушайте. 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 Эй, Люль, послушай. Тетя, не будешь говорить, зачем мы сюда пришли. Не будешь говорить, что отец тебя наказал, поэтому ты здесь. Она и так немного не в своем уме. Не надо ее нагружать. Ладно, мама. Эй, Люль, шагай. Тетушка. Нуран, рада вас видеть. Мы тоже рады тебя видеть. Как же я соскучилась по вам. Ой, дорогуша. Молодец, как же ты выросла. Дайте я возьму ваши сумки. Я отнесу, тетушка. Нуранушка, рада вас видеть. Надеюсь, вы сразу не вернетесь. Мне тоже тут очень скучно. Останьтесь ненадолго, раз уж приехали. Нет-нет, не волнуйся, тетушка. Мы здесь, здесь. Мы долгое время будем оставаться здесь. Не волнуйся. Мне здесь было очень скучно, Нуранушка. Эх, дорогуша, пойдем, пойдем. Влюбилась ты, что ли? Не поняла? Чего ты не поняла, доченька? Ну, ты такая задумчивая, смотришь в стены постоянно. Пришли. Кто должен был... О, Нуранушка, дорогая. О, рада вас тоже видеть. После вашего автобуса мы сразу же сели и приехали. Я сказала Кураю, Кураюшка, давай пока не стемнело, мы сразу приедем. Все правильно, все правильно. Привет, Эйлюль, как дела? Что это за поведение, Нуран? Мы сделали доброе дело, а в ответ такое? Ой, не неси чушь, Разия. Ей просто здесь скучно, поэтому она такая, без настроения вся. Ну же, матушка, ну же, проходите, я чай сейчас заварю. Давайте, ты тоже проходи, сыночек, проходи. Как ты, тетушка Назифе? Зачем эти безбожники пришли сюда? Безбожная. Мама, что они делают здесь? Послушай, не надо много разговаривать. Иди чай завари. Быстро. И тетю возьми. Я пришел сюда, чтобы ты одна тут не скучала. А я и не скучаю. Хотела бы ты жить в таком месте, а? Среди цветочков, деревьев. Бабочки летают. Рядом с тобой. Твой преданный муж. Детки играют. Брат, одного желания мало для этого. Надо сначала найти себе нормального мужа. Знаешь, как говорится, по возрасту, достойного. Не так? Эй, дорогая, при чем здесь возраст? Главное, что любил тебя, мне кажется, этого достаточно. Нет, я хочу такого же раздражительного, как я. Чтобы мы до вечера с ним ссорились прекрасно. А что, по-другому жизнь пройдет, что ли? Знаешь, ты стыдишься немного. Застенчиво, но голова у тебя работает хорошо. Мы с тобой очень похожи. Да, это так. Ладно. Я пойду маме, помогу с готовкой.